Ну и вот начало третьей недели совпало на неделю между Пасхой и Красной Горкой. И это не может не радовать, так как можно большую часть времени и еды заменять уже готовыми продуктами, такими как окрошка. Пасху, конечно, есть я не стану, но тем не менее яйцо вареное можно съесть. И если эти продукты уже готовые, в легкой доступности, чай можно сделать, то третья неделя у нас будет самая экономная, а где-то до 1300-1400 килокалорий максимум. Посмотрим, сколько мы сможем скинуть за счет третьей недели усиленной. Один из подписчиков интересовался, как можно было бросить курить, не набрать вес. Да элементарно, я просто мало ел и ходил по 18 тысяч шагов. 18 тысяч шагов я делал в день при большой активности. Вес не набирал, а наоборот сжигал. Ну и старался вообще по городу ходить пешком, а не ездить даже на большие расстояния. Ну и плюс еще это была пара велосипедов, прогулок и больших выходных на майские праздники, когда я бросал. Вот поэтому вот как-то так и получилось. Теперь же нужно все держать под контролем. Третья неделя только началась, а уже многие вещи, которые в начале первой недели были просто малы и не сходились на 2-3 сантиметра, теперь болтаются на мне, как будто бы сильно растянутые джинсы, что не может не радовать. Это все благодаря тому, что такие диеты работают. Правда, придется поехать в магазин купить что-нибудь новое, но тем не менее это не может не радовать. Мы шли к этой цели очень давно, и такие положительные сдвиги — это еще один плюс в нашу копилку. Поэтому продолжаем придерживаться нашей диеты и нашего графика движения в жизни. В начале третьей недели, дабы обезопасить свой организм от влияния авитаминоза, я начну пить витаминки. Это будут мультивитамины шипучего действия, такие как пьет Денис Бабич приблизительно. Вот, кстати, привет его каналу. Он так хотел похудеть. Пускай посмотрит это видео. Скиньте ему кто-нибудь ссылку на этот ролик хотя бы. Эти мультивитамины хороши тем, что их можно легко взять с собой, купить в любом магазине, типа там Ашан, Пятерочка, Дикси. Они всегда будут под рукой, легко растворить в воде, найти подходящий объем и принимать. Поэтому это универсальность, и там есть полный спектр всех микроэлементов и витаминов. Вот так добавим немного витаминов в нашу диету. Вот и прошла третья неделя на диете, за которой я потерял 2 килограмма и 300 граммов. Да? Молодец? Молодец. Ну, все, да? Говори, кричи, молодец. Молодец. Вот такой вот я молодец. Все данные за эту неделю я выложу в виде скриншотов. Всем, кому интересно, могут поставить класс, а также подписаться на канал, а также
оставить свой комментарий и скинуть это видео по ссылке другому автору. А вот это вот уточка. Красотища. Да, Кирусик? Худейте с нами, худейте как мы, худейте лучше нас. Всем пока, впереди четвертая неделя.